Сотни миллионов рублей в дорожные ямы. Вынужденная мера. Из-за дефицита бюджета в 2016 году капитальный ремонт вновь не предвидится. Так, в проекте бюджета на 2016 год на содержание и ремонт дорог в области запланировано всего 2 миллиарда рублей. Отметим, значительная часть этой суммы будет потрачена на содержание, то есть расчистку, нанесение разметки и другие работы. По оценкам же специалистов, для поддержания областных дорог в нормальном состоянии ежегодно требуется не менее 10 миллиардов рублей. Напомним, в 2015 из-за непростой экономической ситуации на ремонте тоже пришлось сэкономить. Это уже сказалось на качестве полотна. Так, недавняя инспекция Общероссийского народного фронта была шокирована состоянием вятских дорог. Эксперты приходят к выводу, что из-за экономии дороги в регионе будут становиться все хуже и хуже.